У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно. Церковь, особенно православная, это основные скрепы нашего государства. Особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай, вне государства быть? Не может она быть. Это опора государства. Один из основных стержней государства, идеологических, если хотите, стержней. И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею, сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место. Церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической, по-современному говоря, основой нашего государства. Я не могу представить, что вот эти наши конфессии, в том числе главное, православное, что они вне государства. Но этим я хочу, Владыка, сказать, что вы не чужой человек государству. Вы не там где-то. Вы наш человек, государственный человек, как и все другие. И государство всегда готово подставить вам плечо. Спасибо, Александр Григорьевич. И, конечно, в отношении церкви вне государства... Может не быть, критикуйте лучше... только меня. Нет, нет, мы вне государства не можем быть, и об этом говорим. И мы переживаем за государство, и то, что процессы происходят, и даже мы, готовясь к встрече, продумали, проанализировали, в чем можно было бы помочь с учетом нынешней ситуации.